Сегодня я расскажу о том, как легче запоминать информацию, чтобы в фокусе вашего внимания оставалось все. Итак, способ первый – создавать цепочки ассоциаций. Для того, чтобы легко запоминать и в нужный момент использовать необходимую информацию, нужно придумать, какие ассоциации у вас эта информация вызывает. Это может быть все, что угодно. Те события, которые яркие для вас, да, и вызывают много эмоций. Метод последовательных ассоциаций основан на том, что для запоминания последовательности процессов составляется предложение или даже целый рассказ, который поможет запомнить вам смысловую цепочку в том материале, который вы изучаете. А сделать это можно, например, как это делал древнеримский оратор Цицерон. Он создавал маршруты и карты, и, соответственно, когда он готовил свою речь, он размещал важные части своего текста в различных местах, пока шел к Римскому форуму. Соответственно, запоминая потом, восстанавливая, да, свой путь, он легко мог справиться с текстом. Например, вы точно так же можете по дороге от дома до школы разместить те исторические события, которые вы запоминаете, представить их в образах, в ярких красках, и, соответственно, уже потом, когда вам понадобится ответить на вопросы учителя по истории, вы, просто вспомнив ваш маршрут от дома до школы, сможете легко восстановить весь необходимый вам материал.